В этом основная ошибка была Путина, Маркова и всех остальных. Они-то считали, что Одесса будет ждать с караваем и будет встречать русские войска как освободителя. В этом, наверное, ключевая ошибка и ключевая причина неизбежного поражения агрессора. Потому что они очень жестко ошиблись в людях. Они жестко ошиблись в том, что все, другое поколение, другое мировоззрение, разорванное с колониальным прошлым покончено. В Одессе в том числе. Как бы им не хотелось это не признавать. Одесса не принадлежит империи, Одесса не принадлежит русскому миру. Это самостоятельный вольный город, которым он был всегда, всю свою фактическую историю. И это часть украинской государственности, часть украинской культуры.